Квартетом России, Ирана, Саудовской Аравии и Израиля. Именно они вдохновляют этот квартет против Турции, потому что Эрдоган совершенно конкретно их пугает, он им надоел. Турция является вызовом для Соединенных Штатов. Это ослабление присутствия Соединенных Штатов на Средиземном море. Это ослабление господства Соединенных Штатов на юге Европы, на Балканах и в южной части НАТО, в южном спектре ответственности НАТО. Это, конечно же, исключение влияния Соединенных Штатов на